Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Обновление «Судный день», и у нас появилась новая фишечка, о которой я уже рассказывал, или это видео еще не вышло. Дело в том, что абсолютно всем, кто заходит в игру, приходит на почту сообщение. И это такое, знаете, мини-квест, мини-задание и так далее. То есть приходит вот такая вот фигня, типа ориентируясь по приложению, письмо, отыщите место, где спрятано сокровище. И вот мне дают вот такое вот место. Если честно, я не знаю, где это. Я серьезно не знаю, где это. Сова. По-моему, я имею представление, где это место. То есть это такое, знаете, квест-задание. То есть теперь мы можем с вами поучаствовать в чем-то интересном. Нам обещают что-то такое этакое. Какое-то приключение, ребята. И давайте теперь посмотрим. У нас есть какая-то метка вроде была, да? Вот эта метка была. Сейчас мы туда полетим на нашей машине и найдем нужное место. Нам обещают сокровище. Я не знаю, что это будет, если честно. Но надеюсь, это будет очень захватывающее действие, скажем так. Про эту фигню мне рассказал Серега, который сделал недавно. Это, знаете, это такая некая пасхалка к игре Red Dead Redemption. По-моему, я правильно произнес. Вторая часть новая. И Rockstar, как разработчики, ввели в это обновление, чтобы чуть-чуть привлечь, скажем так, людей к той игре. Потому что там как раз и идет в конце отсылка, то, что вы можете получить оружие в той игре. Так что давайте сейчас посмотрим. Я как-то не связано очень вам сейчас говорю, вещаю, но сделайте, скажем так, скидку на то, что я пришел так быстренько, сел, быстренько начал что-то делать. То есть, ну, немножко не собрался, скажем так. Но я думаю, это не будет проблемой для нас. Знаете, ребят, чтобы не растягивать это видео, я, наверное, буду как-то паузы делать, чтобы мы не смотрели, как я там долго лечу в одно место, долго в другое. Поэтому давайте экономить как-то и сделаем так, чтобы было все компактненько, как я обычно люблю делать. Так, я нашел нужное место. Куда-то сюда надо. Вот тут какой-то грузовик стоит или что-то. Так, нужно найти где-то здесь, да, я так понимаю. То, что нам надо. Так, давайте смотреть. Вот эта фигня. Во, записка. Вот что мне надо. Так, да. Так, обладающий сокровища разрушила мою семью. Здесь его больше нет. Я его перепрятал. Вы, ублюдки, его никогда не найдете. Хорошо. Так, теперь, ребята, раздобудьте все подсказки, чтобы найти сокровище. Теперь мне должны, по идее, дать несколько точек, на которые мне нужно съездить и найти это сокровище. Сейчас мы будем смотреть. Так, вот они, эти точки. Сейчас поедем туда и найдем. Так, где самое ближнее? Самое ближнее у нас вот здесь вот находится. Я так понимаю. А, ну это и есть, что ли, единственное, да? А, нет, смотрите, они есть далеко, которые... Так, поехали. Ух! Так, взлетаем. Чувак, не разбейся только. Едем, короче, к следующему месту. Сейчас найдем. Где-то вот на горе, да? Видишь, там на горе возвышается крест. Да. Хотя не на горе. Где-то вот. Там то ли пещера, что ли, какая-то, то ли еще что-то. Так, вон она, пещера, да. Я помню, в свое время я очень искал эту пещеру. Так, осмотрите. Ну, в пещере, короче. Где же еще? Так. Отключаем наши летные, так сказать, навыки. Так, идем в пещеру. Тут можно паузу не делать, потому что тут все рядом. О, здесь что-то. О, тут тело какое-то. О, а чё рожа-то такая вся? Один из трех найдено. Ребята, и это, скорее всего, и есть пасхалка к игре вот это. Red Dead Redemption. Или как он там, Redemption, блин. Знать бы еще, как правильно это все. Я просто не интересовался этой игрой, поэтому мне
Эй, ты что делаешь? Бешеная табуретка, ты куда? Так, едем дальше, смотрим новые метки. Сейчас мы там окажемся. Так, друзья, подъезжаем мы к следующему месту. Это где-то здесь должно быть. Так, осмотрите сектор и найдите подсказки. Где-то, наверное, в этом, мне кажется, зданице будет что-то. Вот там что-то есть, по-моему, или нет. Мне кажется, где-то здесь. Вот там что-то, по-моему, лежит. Так, или не лежит. Изучить подсказку. Лопата кровавая. Угу. Значит, у нас что есть? Тело, лопата кровавая. И сейчас нам нужно найти что-то еще. Так. Давайте тогда продвигаться. Нам надо на ту сторону. Сейчас мы туда перелетим. Я думаю, совершенно беспроблемно. Так. Полетели. О, как на воздушной подушке. Главное не утонуть. Да, это очень важно будет. Так, где-то вот там должно быть сейчас еще одно место, которое нам нужно. И там будет еще на что посмотреть. Ой, ой. Давай пока выйдем из этого режима. Просто доедем туда. По горам да по лесам. А, в общем-то, это мне, кстати, очень понравилось, что Рокки добавили вот такую вот... Я это даже миссией не назову, это просто похоже на квест. Знаете, такой, как вот в ММО играх квесты, вот такие вот. То есть, рассказывается якобы какая-то история. То есть, кто-то получил или нашел, или где-то раздобыл богатство, сокровище. И в итоге он пострадал, и, наверное, все погибли. И после этого он как раз и последний оставшийся, наверное, в живых. И рассказал то, что вот чувак, так и так. Это сокровище, но я его вам не отдам. Так, куда мне надо-то? Там, наверное, нет ничего, да? Надо здесь смотреть. Так, а как... А, вот! Блин, я слепой, блин. Вот оно рядом со мной, а я стою. Так, это что у нас? Футляр из-под револьвера, я как понимаю. Угу. Так, 3 из 3 подсказок. Теперь мне нужно добраться вон до того места. Оно показано на карте. Вон оно там, около берега. Мы сейчас туда долетим с вами, и там что-то будет. Я надеюсь, что там будет что-то интересное. Так, хорошо. Угу. Ну, полетели тогда туда. И мы сейчас там окажемся, и я вам все покажу, что там будет. Вообще, интересная такая загадка. Это типа, как, знаете, собрать 50 обрывков письма, чтобы докопаться до сути и так далее. Ну, типа того же, я думаю. Очень даже интересно пройти. И, кстати, ребята за это дело дают 250 тысяч и уникальный пистолет из той игры. Из Red Dead Redemption 2. Так что имейте в виду, ребят, полезно пройти будет очень даже. Ладно, отправляемся. Друзья, место прям рядом с бункером в Палетто Бэй. Мартин, иди в жопу. Так, вот тут где-то это место. Иди, отстань. Не до тебя сейчас. Так, давай колеса включим. Так, где-то здесь что-то у нас лежит, я так понимаю. Или не здесь, или внизу где-то. А-а-а, вот оно что. Хорошо, что я на этой машине. Сейчас бы думал, что делать. Сейчас мы тогда здесь спустимся и все. Так. Поехали, чувак. Так, вот здесь где-то. Что там находится-то? А-а-а. Так, давай, давай сюда. Стоп, стоп, стоп. Жди меня тут. Я пойду возьму, что там надо. Может, на всякий случай пуколку какую-нибудь взять. Сейчас еще выскочит кто-нибудь, начнет в меня стрелять. Так. Где-то здесь у нас сокровище лежит. Опа. Во. Что это за фермер? Ох ты, нифига себе. Нифига себе. Вот это да. Вот это поворот, я вам скажу. Нехило. Так, осмотреть сундук. Сейчас нам покажет Касценко. Что там в сундуке находится? Золотой, мать его, револьвер.
офигенный золотой револьвер. Такой не продается в магазине, ребят, вы не купите. Самовзводный револьвер. О-о-о. Круто. Офигенно, ребята. Все очень здорово. Совершите 50 убийств в голову из этого револьвера, чтобы получить награду в долларах и эксклюзивный вариант револьвера. Из Red Dead Redemption. Да, как я и говорил. Так что, ребята, вот оно и есть. Вот оно и есть это дело. Сейчас нам нужно будет совершить 50 убийств в голову. Это будет сделать, конечно, не то чтобы легко. Ну, мы сделаем. Ах, надо найти разборки, я думаю. Найду сейчас разборочки, где есть, где можно пострелять. И набью 50 штук. Ну, вы это увидите только частично, конечно же. По-моему, где-то на лесопилке была разборка. То есть, чтобы просто так не... Можно просто стрелять, ребят. Просто взять и стрелять без разборок, а так чисто. Ладно, сейчас поищем, посмотрим, что получится. Ах, так, друзья, я сделал 40 выстрелов в голову, мне осталось 10. Я решил вот здесь нагреть копов и как-то им стараться попадать в голову. Место тут такое, что очень даже неплохо можно отстреливаться. Главное не торопиться, так сказать. Так, давай, давай, давай. Так, раз. Где тут еще есть? Вот. Тяжеловато, конечно, так попадать. Я решил из Курумы, так будет проще. Меня бы уже убили давно, если бы я не из Курумы стрелял, скажем. Так, ну что, ты и так умрешь, да? Так, ну давайте, кто еще? Ах ты. Давай. Ну-ка. Попадай. Вертолет, конечно, сложнее попасть в голову кому-то с вертолета, но возможно, в принципе. Так, ну что ж, я думаю, надо чуть проехать, наверное. А, блин, если бы они стояли на месте, а он постоянно двигается. Блин. О, я думаю, мне немного осталось. Я думаю, надо чуть-чуть проехаться, выехать отсюда и попробовать еще попасть некоторым людям. Сейчас тут на машине начнут подъезжать. Так, давай. Ты чё ты бегаешь, падла? Так. Раз. Два. Кто там еще есть у нас? Так, давайте, давайте. Ну, перезаряжайся. Так, ну чё, мне осталось, в принципе, немного. Я думаю, пару раз еще попасть. По идее, тут уже, ну, нечего уже тут ловить. По идее, уже должно вот сейчас вот... Все. Все, ребята, получили мы 250 штук. Сейчас я позвоню Лестеру, чтобы он мне это все отменил, так сказать. И, в принципе, все, ребят, на этом закончилось все это дело. Совершенно нормально. Видите, написано то, что... Ах, 1000 баксов. Все, уезжайте, товарищи. Видите, было написано то, что вы получаете деньги, получаете этот револьвер. Можно его будет купить, правда, его тюнинговать никак нельзя. И можете получить такую штуку в этом уже непосредственно, ну, в игре Red Dead Redemption 2. Так что вот такая вот фигня, ребят, хотел вам показать. Кто не видел, не знает, и кому хочется попробовать, тоже сделать. Может, кто-то не обращал внимания и так далее. В общем-то, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Если есть еще какие-то плюшки, которые я не видел, то обязательно мне сообщайте. Посмотрим, сделаем. И будет у нас вот такой вот револьверчик. Да, есть он у нас уже. Так что всем пока.